Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту! Сегодня день рождения Баштиру. Константин, с днем рождения! У нас здесь ураган в честь тебя. Расти большой, не будь лапшой. Ма-ма-ма-ма. Все будет заебись. Трям. У меня есть бабки, мне похуй, нет бабок, мне похуй. Я счастливый, а счастливому от них нет толку. Есть бабки, мне похуй, нет бабок. О, дядя Юрта, здоровенький был. Нашли кокос. Сейчас будем рубить. Празднуем сегодня день рождения Баштира. Но правда в джунглях, не в ресторане. Баштир, еще раз, с днем рождения. Спасибо, что живой. Много кокосов после урагана. Так вот, вышли. Катька тоже себе нашла на обед. Так что голод может быть и сладеньким. А, смотрите видео. Но добыть кокос — это еще не все. Его же надо еще открыть. Находите вот такую, как называется-то, палку острую. И стучите. Так бам, бам, бам. И он откроется. Сейчас я вам покажу. Включила? Юра нашел кокос на карибах. Ого, сразу. Ну ты пей, у тебя сейчас все вытечет. Ты говорил, что... Ой, это сексуален. Как Вуди Аллен. О, да. Мой Аполлон. Пей еще. Нет, пей еще, я хочу смотреть. Вау. О май гад. Это как-то чуть-чуть дядя Кира, а не для Баштира. Вот видите, что сноровка карибская делает? За два удара открываю кокос. А почему я вертикально снимала? Ну, так в шорт. Заебись, да? Ну да, только мне две капли осталось. Ну давай тебя открою. Показываю еще раз. Фига. Мастер? Как мою дырочку прям раздраконил. Ну да, но не я, ну ладно. Там же вроде до меня был, ну ладно. Ну давай, пей. Все мимо, блядь. О, тоже сексуально. Заебись. Вот такие они хорошие, это 4-месячные кокосы. Доня, Доне тоже хорошо. Попросила его проверить, есть ли там что пожрать. Не пораниться же, пожалуйста. Раскрываем вот так. За волховскую братву. О, есть. Так. Есть? Да, да. Вот же осталось, не знаю. Вау. Ну это уже не как мою дырочку, это уже что-то большее. Короче, вот так. Вот так. Ну, в общем, ладно. А внутри там вот такая вот кокосовая молодость. Итак. Нет, очень вкусно. Немного почему-то горчит, короче. Интересно, можно это есть? А? Ну не отравлюсь же. Ну ладно, не будем рисковать. Лучше. А ты думаешь, это безопасно? Дядь, выходи, я волнуюсь. А? Посмотрите, какое бушующее. Перестался, похоже. После кокосика, да? У него второй раз сегодня уже. Ну не стал второй раз, ладно. А кого можно встретить с утра на пляже? Славак сидит, плачет что-то. Хуя? Здравствуй, мужик. А, нет, это не Славак, нихуя. Ну тоже грустный, видите? По утрам, видимо, знаете, много грусти из-за того, что вчера у всех вечер был хороший. Этот постоянно здесь живет. А вообще, коконат стоит на Карибском берегу 7 умножить на 25 рублей 200. То есть мы с вами сэкономили только что 400 рублей. Вон, видите? Аква-коконат. 7. 1,5 евро.
О, все, впервые есть. Все как всегда у нас. Горки убирают, да? А сейчас я вам покажу. У нас же света до сих пор нет уже. Четвертый день. Люди вон с ума сходят. Мы сидим вон. Карта здесь понялась. Карты купила, а на картах, а где король, дева, Мария? Подожди. Смотрите, 8, что 6, на картах. 7, 8, 9, 10, 11, 12. А что такое? Я не знаю. Как вы это играете? Сука. Это не карты, это карта испаньолос, это не те карты, блядь. Одни карты, короче. Ну как не карты? Бля, оно упаковано сильно было? Да. Прям за... Пластик. Да-да. Да не, ну король же есть. А, 12. Так они просто пронумерованы. Это джокеры, это короли. Все ж понятно, блядь. Давай, давай. Наверное. Да нихуя не понятно, мастей нет. А, мастей нет. Сука! Купила карты без мастей. Ну, блядь, что? Прикольно. Блядь, а у них нет других-то? Так я и говорю, что настоящие должны быть. Блядь. Иди видели же мы другие? Да, да, иди посмотри. Говори, что это за говно? И порвало. Ну, аккуратней, что? Не, ну они не заметили, наверное. Да. Что, что-то меня нахуй сейчас. Думали поиграть в карты. А Юра рад сидит, что это не те карты. Так я всегда поддаюсь, она если проигрывает, то все. Да были другие. Ну не было, так эти нормально чай. Лишь бы на что-то деньги истратить, видите, и похуй на что. Ну хотя я бы там не понял, что за карты испаньол. Кто знает правила, можете написать себе на лбу нахуй. Ужасно без света. То есть каждый день, блядь, какое-то испытание. Мы здесь не просто так сидим, там заряжаемся. Есть генераторы. То есть дома не поспать, жарко. Тоже ничего не посмотреть, интернета нет. В общем, вот только и спасаемся друг другом. Так что, друзья мои, любите. Оставлю этот кусочек на конец видео. Даже интересно, сколько у нас таких умных и грамотных долбоебов. Это я думал, бля, пятно на экране. Это карты Таро. Да знаем, что это карты Таро. Вот сидим, гадаем. На самом деле сдали их обратно. А настоящие карты стоят пластиковые. Ну, пластиковый набор для покера, типа. Да, 70, это, они, короче, дорого. Они продаются набором для покера. Да, 15 прям, евро. Прям те же самые, прикинь. О, вот они были профессиональны. Ты могла стать тарологом. Да, тарологом, нумерологом, маркетологом, гинекологом. Да. Кто в уме подумал, что это карты Таро, с вас донат. Или вам пиздец, у вас проблемы в четвертом доме. 31 рубль, они стоят сарика, если заказывать. На Алике вообще нормально, здесь дороже. А почему вы приняли такое тяжелое решение, что мы хотим уехать с Паламина? Для меня. Я все устаревшего спускаю с легкостью, открываю двери новому. За вашу. Вот видите, она открывает двери новому. А я-то считаю, что это, блядь, трата денег. Ладно бы уезжать, бы, чтобы там что-то изменилось, это бы да. А так мы уезжаем. Так ты изменишь, у тебя жопа в мыле будет гореть нахуй. Ну, так, ты же для своего комфорта все а будешь делать. А мне-то это зачем? Чтоб ты ожил, Юра, ты тянешься на дно. Вы это думаете, это я? Это... А ты не хочешь вы здесь думаете, оживиться? Что это я? Так ты не хочешь, я нигде не меняюсь. Алена Голд, а я уезжаю ради тебя, чтобы вот. Ты во мне больше не разочаровывалась. Правильно. Правильно? Конечно. О. Чтобы снова люди увидели, что ты можешь добиваться, идти к своей цели. Потом быть я... активным, позитивным, на движушке, так Юрочка. Я не хочу. Мне нравится я в деревне. Я сейчас промеж глаз пробью, не хочу. Короче, все из-за бабы опять. Тебя сюда я из Таганки также такими же мучениями вытаскивала. Да? Точно такими же. Кто помнит, напишите в комментариях. Я правда хочу, как знаете. Как он сидел и говорил, просто курить, там... воспитывать собаку. Таганки так хорошо. Чтобы эта пизда орала постоянно. Таганки так хорошо. Пивко пить. Это мое счастье. Словака спасать. Так мы поедем же ведь на родину. На родину. На родину Агилы. На родину пиво. Ну да, там пиво дешевое. В общем, блин, вот такие пироги. Но знаете, я люблю Паламина.
Ну, а до этого ты любил Тагангу. Ну, блядь, ну, ну не просто... так. Здесь да я проникся. Да ты тут просто уже 8 месяцев просидел. Да, мы полтора года уже в деревне в Колумбии. Мы считаем, получается, по всем а, этим... А, так давайте я вам, давай им расскажем этим, выводы бабай. Через полтора года в деревнях жить. Заебало. Юре нельзя ехать в деревню. Юра в деревне становится, как раскисший в молоке хлебный мякишек. Нет, а как этот, иди, как его? Как раз, смотри, Лирика, привет. Как о, там раскисший. Еще один долба... Ой, Скай, привет. Как раскисший в молоке. Смотри, как она, хлебный мякишек. Вот. В общем, прекрасная жизнь в деревне через полтора года. Но если вы уже всего добились, вот наподобие меня, да, поставил там цели, я вот хоть и был самураем, но все равно дошел до цели, хотя был только путь. Вот, и теперь у тебя будет цель, как заплатить за отель, где накормить Доню, где самому пожрать, где на все это бабок взять, барыгу найти. А у тебя-то что будет? А я нигде не меняюсь. Ну, так я что, ну и зачем? Я что, в Кали была? То есть была? Мы едем, чтобы меня я поменять? Я что, была в Кали? Конечно. Как? Мы из Таганги уезжали, чтобы тебя поменять. Мне бы на билеты в Россию. Ты же дал становишься. Бы, я бы в Россию ты же ехал. Становишься чухаром. Дайте 350 тысяч, я уеду нахуй отсюда. Правда, вообще домой нахуй. И вали, блядь. Правда. Едет, едет, скорая. Там это у порошок целебный, Юрий он везет. Юра, 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 порошок тут примут. Я и печаль домой. Отпустит, и тоска пройдет. Только будет так. Ну почему, блядь, здесь не сторчался, дома сторчусь. Так ты ж, блядь, там. Ладно. Ну ладно. Короче, сидим. Ну а мы что, постримили Ренат Нечанг, идущий. Привет, спасибо. Подпишитесь, идущий Нечанг, реально контент. Даже тетю Иру на место поставил. Что еще, Владимир С, которого Майоров забанил. Он там бедный донатил. Владимир С, дзынь-дзынь. В общем, что, посидели, постримили. Встретили Словака с его собакой. Ну и все, нахуй. В общем, трезвая жизнь продолжается дальше. Колумбия! Здороваются все! О, и Словак, вон, видите. А, и собака. Надо попробовать. Решили наведать Словака. Я ему сказал 50 тысяч песос приносить здесь. Ага. У него здесь, в общем, растут. Это-то что растет, Андрес? Шпинат. Шпинат. Он, видите, сам шпинат посадил. Листья да. Коти растут. Я помню, колбаса. Бассейн это, почищенный. Колбаса, это тыква? Нет, кабачки. Это нями, что я тебе дал. А, нями, нями. И тут, а здесь растет. А, вон нями растет. Нями? А что такое нями? Что? А, картошка. В общем, это. Огородник он знатный. Так, как, смотри, о, стул купил вспомни. Нормальный. Ты вспомни, а? Шпинат мы какой видели, какой он был. Не, не, шпинат у меня быстро вырос. А, ну суши все знают. А что у тебя, блядь? Новинка, ремонт? А, вон ремонт, окна поставил. А, вообще нормальные окна. Мы же сегодня не выходим здесь. А что, и придет, придет. Она сейчас хорошая. Она сегодня не там, не в кризисе. Не, не, 10 минут-то что. А. Ну, да, нормально пока... окно, видите, пока... и стеклопакета не надо, все. Пока... А ты что, ночью закрываешь? Таракан бежит. А зачем ты ночью закрываешь? Два таракана бежит. Ну и пусть бегут. Черно спим, чтобы никто не подвелись. Чтобы всякие Юры с Катей не ходили и не орали под окном. Ну душно же, бля. Так нет, ночью-то не душно. А жалюзи нет. Вместо жалюзи. Система крестообразного наличника. А, крест-накрест, это чтобы волной не вы... Чё, блядь? Какой это... волной? Волной. Чё готовишь сегодня? А, взял полевка. Нет, это курица. Да, суп, а ну. А, ну суп. В общем, курица, бананы, морковка и вот этот лист вкусный. И юка. А, и юка ещё, да, вон, юка. То есть получается, грубо говоря, тушеный картофель, только тушеная юка, суп, ну и специи. А специи добавляешь? Нихуя не добавляет. А, ну масло, все, специи есть. А вот как юка выглядит, вы никто не знаете.
Это вот замена картошки. Также ее почистил. Она чуть послаще, да, наверное? Или как тут? По крахмалисти. С пробой потом не впитание. В общем, вкусно. Все едят в Колумбии вот юбку. Только очень полезно. Туристы не знают. А? Но только местные, да, кто знает. Туристы этого даже не видят практически, только в супах. А еще он, видите, банан чистит. Это тоже туда идет. Здесь ни одно блюдо без банана не обходится. Не банан, батакон. Ну, батакон называется. Но для вас это банан. Не, не то для них не банан. С него даже кожурку, видишь, то бы так поедли бы брюхо, то са так не как банан. Не, и не чистит. А вот как картошка. О. Не чистится как банан. Да. Ну и все. Выглядит только как банан. И туда же нарезает. А ты нарезаешь это туда. Вот он туда эту юбку нарезал. Yeah. Морковку. Все режется крупными частями. Здесь уже курочка идет. И получится вот такая, не знаю, как блюдо называется. Полевка. Полевка. Да, полевка. Полевка, да. Словацкая полевка. Словацкая полевка. Ну что, посмотрели, как настоящие европейцы живут в Колумбии? Вот. А вы все ноете. Кстати, ребятам с Амазона всем привет. Денис. То есть нормально живут, нормальный дом, нормальная кухня. То есть, опять же, нормально это с нашей точки зрения. С вашей-то точки зрения это по-любому, наверное, не очень. Жизнь в деревне. Вот, наверное, так. Ну, вон как это, знаешь, почему-то? Я смотрю, у меня хижина дяди Тома. Словак, да. У него прям реально же хижина. Во-во-во. Семья индейца, почем их? А один, видите, работает. А кванто? 300. Кватро. Это евро. Кватро. А, во, все, ага. О, gracias. Пойдемте накормим индейских детей. Держи, дьявол. Первого накормили. Давай. Держи. Держи. И мамина. Все, давайте. Пока Петрова нет, взял на себя эту обязанность. Подкармливать индейцев. Вот что-то, знаете, сидят рядом и хочется порадовать. Вот я надеюсь, что я для вас стану таким же индейцем. Давайте порадуем Юрку. А? Все, сделал добро, все сосут. Там и мама, этот пиздюк, он видно, да? Заставил сосать индейцев. Ну, в хорошем смысле. Надо что, приятно людей счастливыми делать? Не зря Ренат говорит, что я масон. Все, семья индейцев собирается домой. У них есть собака. Вместо поводков используют веревки. Сзади в мешочке маленький ребенок. И вот у нее одной получается четверо детей. Так-то мало это или много, решать вам. Как маленьких детей индейцы носят. Давай неси, давай поднимай. Это он не хочет его нести. Ага. Стесняется камеру. Как носят маленьких детей? А совсем маленьких вот так в мешке. И обязательно на голове, поэтому у всех осанка, видите, такая? Обалденно, этот лентяй не хочет. Да, пошлепал, он успокоился.